Если вы посмотрите на прыжок Феликса Баумгартнера из стратосферы, то вы увидите, что камера внутри зафиксировала абсолютно ровный горизонт. Но когда они показывают вид снаружи, мы видим огромную кривизну. Если вы посмотрите на любительские запуски шаров с нормальными камерами, то вы увидите плоский горизонт. Другие съемки с использованием GoPro камер показывают, что горизонт ведет себя как угодно при вращении. Он бывает и вогнутым, и закругленным, и плоским. Горизонт всегда находится на уровне глаз. Такое возможно только на плоской поверхности. НАСА — это, по большому счету, тот же Голливуд. Все изображения шара, которые вы можете наблюдать, они поддельные. Но все наши любительские запуски ракет и шаров всегда показывают ровный горизонт на уровне глаз. И это невозможно на шаре. Исследователи приводят вот это видео с Союза, сделанное в 1969 году. На нем абсолютно плоский горизонт. Так на самом деле выглядит Земля с орбиты без специального объектива «Рыбий глаз», который искажает изображение по краям, уверяют ученые. Это широкоугольная камера, так называемый «Рыбий глаз». Вы, если будете снимать даже просто обычный предмет состояния 2-3 метров, вы увидите, что стол у вас будет шарообразный. То есть поверхность стола у вас не будет плоская. Более того, ученые обращают внимание и вот на эту запись, сделанную в 2012 году. На ней прыжок Феликса Баумгартнера, совершенный из стратосферы. И на кадрах видно, что горизонт абсолютно плоский. Когда вы имеете дело с обычным объективом, то вы видите обычный плоский горизонт. И он действительно никогда ни на каких изображениях, ни с какой высоты, не из стратосферы, из самых высших точек, которые достигли любительские профессиональные ракеты, никогда вы не увидите никакой кривизны. При этом на снимках НАСА видна огромная кривизна, но... Независимо от того, находитесь вы на горе Эвереста или запускаете шар с камерой, мы имеем много любительских запусков шаров с камерами. Горизонт всегда остается плоским во всех направлениях и поднимается до уровня глаз наблюдателя. Полностью плоский горизонт на уровне глаз. И это одно из доказательств. Если бы Земля была шаром, пусть даже огромным, то горизонт непременно был бы искривленным и визуально опускался при подъеме. Если вы внимательно посмотрите на материалы НАСА, то вы поймете, что все это обман. У вас даже нет настоящих фотографий нашей планеты. Если вы хотите прекратить разговоры о плоской Земле раз навсегда, поверните телескоп Хаббл и покажите нам в реальном времени нашу Землю. Но они не хотят этого делать. Посмотрите. И сразу бросается в глаза две вещи. Это в какую сторону закругляется Земля. И, кстати, заметить, что планета действительно круглая. Это самый длинный мост в мире. Даньянь-Куншанский виадук. Его длина составляет 165 километров. И здесь должно быть более 2 километров кривизны. 2 километра кривизны. Вы это видите? Посмотрите на горизонт. Он плоский. Кубрик снимал это все в Голливуде. Кубрик снимал это все в Голливуде. Кубрик снимал это все в Голливуде. Вам понравился, как Миронов вас сыграл? Вот Миронов в качестве Леонова. Вам нравится? Ну, лучше меня никто не играл. 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 Земля невероятно прекрасна. Отсюда сверху это так хорошо видно. А еще видно, что она все-таки очень маленькая. 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 Действительно ли Земля круглая? Нас не обманывают. Знаете, я до сих пор не знаю, потому что вы можете мне подсказать, на какой высоте я летаю, поэтому я всю Землю целиком не вижу, и я до сих пор тоже точно не уверен, круглая ли она. По-моему, сторонники плоской Земли — это просто такой классный профессиональный космический троллинг. Но я не верю, что люди могут быть настолько идиотами. Вы знаете, мне честно сказать, и добавить к словам Сергея нечего.
Хорошо, то есть она круглая, понятно. Я до сих пор тоже точно не уверен, круглая ли она. Я до сих пор тоже точно не уверен, круглая ли она. Кубрик снимал это все в Голливуде. Кубрик снимал это все в Голливуде. Yo.